Современные школьники в интернет-пространстве чувствуют себя как рыба в воде. Кто-то увлекается блогерством, кто-то активный пользователь социальных сетей. Однако всемирная паутина таит в себе немало опасностей, об этом надо знать. А для того, чтобы выяснить, насколько дети знакомы с понятием кибератака, комиссия по делам несовершеннолетних совместно с администрацией Одинцовского городского округа провели конкурс-выставку «Кибервызов». Было около 300 работ. Из этих 300 работ было выбрано 7 самых лучших работ, которые были отправлены в область на областной этап конкурса. На выставке побывали учащиеся одинцовских школ. Чтобы совместить приятное с полезным, для них провели познавательную лекцию, посвященную атакам, вирусам, а также теме безопасности личных страничек в сети. Минимум открытости в интернете, максимум защита, элементарные меры – это антивирус, пароли, содержащие свои имена или какие-то личные данные в пароле, их следует поменять сразу же, потому что данные пароли очень легко, так сказать, взламываются, и лучше всего придумать вообще любой набор цифр, который не связан никак ни с вами, ни с вашими родственниками. А после лекции провели викторину, которая помогла выяснить, ученики какой из школ больше знают о проделках мошенников в интернете, а заодно дала возможность учащимся поделиться друг с другом этими знаниями. Я узнала, что как проникают в нашу личную жизнь мошенники, как избежать этого, чтобы тебя там, не дай бог, кто-то выследил. Основная цель кибервызова – повысить уровень цифровой грамотности несовершеннолетних – достигнута. Остается только надеяться, что молодежь будет использовать полученные знания и никогда не попадет в руки кибермошенников. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».